Глава парламентской фракции оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян выступил сегодня с предложением к России о наращивании российского военного присутствия в Армении за счет открытия еще одной базы вооруженных сил России. На сей раз в Сюникской, то есть в Зангезурской области, рядом с армяно-азербайджанской границей. Таким образом, Эдмон Марукян предложил обновить соглашение о безопасности между Арменией и Россией. Партия «Просвещенная Армения» сразу же после окончания горячей фазы конфликта заявила о срочной необходимости создания новых механизмов безопасности как для Армении, так и для региона. В частности, нового договора об углубленном военно-политическом взаимодействии между Арменией и Россией, напомнил он. Для этого оппозиционер предложил объединить межгосударственные договоры о статусе погранвойск России в Армении от 1992 года, о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года, о вопросах совместного планирования применения войск для обеспечения совместной безопасности от 2000 года, о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности от 2015 года и об объединенной группировки войск Армении и России от 2016 года в единый документ о военно-политическом сотрудничестве двух стран. В этом всеохватном договоре должно быть и соглашение о базе в Сюникской области. Мы считаем жизненно необходимым начало срочных переговоров о размещении новой российской военной базы в Сюникской области. Военная база станет, с одной стороны, опорой для эффективного, быстрого и мобильного функционирования российских миротворческих сил, с другой стороны, гарантом долгосрочного мира и безопасности в регионе, входящем в единый пояс безопасности ОДКБ и являющимся границей ЕАЭС с Ираном, призвал Эдмон Марукян. По его словам, его партия уже прорабатывает текст соглашения о российской военной базе в Сюникской области.